У нас є підготовка тоді. Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. Ми з вами в новому році, і сьогодні ми говоримо про те, як же вийти з новорічних свят, з різдвяних свят, з найменшими психологічними втратами. Говоримо ми з Діаною Раберовою, психологинею, яка розповість, як же все ж таки мінімально пошкодити своє психічне і психологічне здоров'я і тішитися, коли ми виходимо на роботу. Доброго дня, Діана! Доброго дня! Расскажу вам сегодня, как выходить с праздников. Но, конечно, вопрос, как мы в них заходили. Поэтому в зависимости от того, как мы в них зашли, будет, как мы будем с них выходить. Что такое вообще праздники и Новый год? Для нас это всегда что-то семейное, для нас это что-то про уют. Но сегодня по-разному праздновали. Кто-то уехал, кто-то улетел, кто-то в тепле был, кто-то есть сейчас в тепле, а кто-то уже с 3 числа на работе и работает. И, наверное, эти люди пострадали сегодня больше всего в психологическом плане. Я психолог, который занимается методами краткосрочной терапии. Это про то, что за 1, 3, максимум 5 консультаций можно решить ту проблему, которая не просто годами складывалась у человека, а та проблема, которая, говорят, наступаешь на одни и те же грабли. И часто это проблемы, которые не касаются лично человека, его жизни, а это родовые проблемы. Я работаю методами семейных расстановок, системного моделирования, НЛП, телесно-ориентированной терапии, много таких методов, которые сегодняшние, современные, они развиваются, они идут в ногу с человеком. И хотела сегодня вам немножко рассказать о методе системных расстановок и семейных расстановок, о том, что каждый человек создает вокруг себя поле, и мы все в этом поле находимся. Мы находимся в поле людей, которые нас окружают, нашей семьи, и на нас влияет поле рода. Все то, благодаря чему выжил человек, благодаря чему выжил род наших предков, наших родителей, дедушек, бабушек и так далее, влияет на нас. И терапевты, которые работают в этом методе, они проводят расстановки. Это такое интересное действие, чем-то похоже на волшебство. Когда люди приходят, участники этих расстановок, их назначают кем-то в основном, и они взаимодействуют, начинают взаимодействовать, говорить каким-то текстом, какими-то словами о том, что было даже незнакомо этому человеку, но точно напоминает его предков. И вот мои коллеги, они экспериментируют, они смотрят, насколько этот метод широк, насколько можно с ним решать много чего. И на уровне государства, и на уровне политики можно решать какие-то конфликтные ситуации. Они проводили такой эксперимент. Они сделали праздничный стол, где кого-то назначали блюдами, а кого-то спиртными напитками. И смотрели, что это, как вообще это влияет на людей. И вот интересно, что когда был праздничный стол, начал наполняться традиционными блюдами, кто-то был назначен оливье, кто-то винегретом, нашими, то, что мы любим, оливье, холодец, то, что традиционно, то все оживились и стали рассаживаться. Было очень комфортно детям, мужчинам, женщинам, все садились вместе. Но как только появилась в поле водка, то начались процессы такие достаточно тяжелые психологические. Женщины отсели, дети вообще вышли с поля, мужчины как-то организовались кучками. И дальше начались со стороны женщин обиды, непонимания, упреки, раздражение, злость. А мужчины включились в борьбу, в свою какую-то коалицию. В общем, это было точно не про Новый год, точно не про семейный праздник и про какие-то ценности. Тогда стали смотреть, что можно сделать. И ввели в поле какие-то напитки, которые у нас с древности идут, да, какие-то там медовухи, какие-то настойки, какие-то наливки. Причем назначали именно вот, что производят те люди, которые участвуют. И дальше стало происходить чудо. Подтянулись дети, женщины перемешались с мужчинами, не было никаких коалиций мужчин-женщин. Женщины начали петь, кто-то начал танцевать, мужчины стали с любовью смотреть на женщин. И тогда был такой вывод о том, что мы едим, что мы пьем. От этого зависит, как проходит сам праздник, и дальше, что у нас за этим следует –
мы в ссорах, мы в скандалах, или мы, в общем-то, сплоченные, помним про то, что предшествовало этому, что мы отмечаем, и это наоборот про семью. Ну, такой интересный опыт. Ух ти! Тобто для того, щоб вийти нормально пережити новорічні свята, потрібно в них правильно зайти, пам'ятаючи про те, для чого ми це робимо. Ну от як вийти на роботу? Всі говорять, боже, стільки вихідних, ми так розслабилися, ми там їли те олів'є, пили те шампанське, мандаріни, ялинки, посмішки рідні, так не хочу на роботу. Що з цим робити? І олів'є ще не закінчилося, да. Та, і як його оставити вдома, да. Тут... Что можно... Смотрите, мы по-разному... У нас вообще культуры отдыха как таковой практически не существует. Мы часто работаем на износ. Мы настолько не прислушиваемся к себе, что нам нужно в данную минуту, потому что мы все живем циклично. Где-то у нас много энергии, мы начинаем на этой энергии что-то очень много делать, очень активничать. И не чувствуем, когда мы устали, когда просто нужно остановиться, нужно где-то понаслаждаться чем-то, нужно где-то энергии поднабраться, куда-то поехать в какое-то место силы, там лес, озеро, где-то провести время с близкими, которые заряжают нас энергией. И мы надеемся на то, что вот они праздники, вот они свершатся, и вот тут я отдохну. И с какими-то неимоверными ресурсами своими уже вот вообще на износ, да, когда уже не просто батарейка заканчивается, а я уже ее внутренне постучал, чтобы она начала работать, чтобы тянуть до этих праздников. И тогда праздник для нас становится, мы его ждали-ждали, но в этой суете мы не расслабились, мы не отдохнули, мы еще вот сейчас погуляем. И дальше организм просто стопорится, психика просто говорит, стоп, я больше не могу. И тогда проведение отдыха для нас в том, что нам надо спать, нам надо есть, нам надо набраться вот этой силы, которую мы израсходовали, самую-самую такую, да, вот нашу основную, не говоря уже о сверхсиле, которая нас задравит, которая нам даст какую-то креативность, что-то нам захочется делать новое. Вот те люди, которые правильно планируют свой досуг, которые понимают, когда им нужно отдохнуть, когда им нужно посидеть, когда им нужно где-то помедитировать или куда-то просто посмотреть вдаль. Они планируют праздники так, чтобы сочетать и обычный отдых, чтобы восстановить силы, и какое-то переключение. Я что-то смотрю новое, общаюсь с какими-то друзьями, какими-то знакомыми, которые меня напитывают интересной информацией, они наоборот забирают силы. И тогда я планирую, тогда у меня появляются силы на какие-то планы, на то, что я сделаю на работе, что мне там будет нравиться, что я создам новое. И для этого у меня целый год. Тогда это про какой-то такой драйв, про какой-то кайф, и я с удовольствием иду на работу. Но если я не отдохнул, если я общался с теми людьми, которые, в общем-то, выпили мои последние силы, я не выспался, я уставший, то, конечно, работа для меня, ну, это просто мысль о том, как мне справиться, как, где мне найти силы и ресурсы для того, чтобы 5 дней просидеть в офисе и заниматься тем, от чего я уже устал. Тогда советы психологов, естественно, пересмотреть свою жизнь, о том, как ты можешь отдыхать и вообще чем тебе заниматься в жизни, чтобы ты любил работу или любила работу, чтобы можно было там реализоваться, и это была та сфера жизни, которая заводит, которая наоборот дает силы и энергии. Ну, якщо вже ми говоримо про роботу, хоча в святкові дні особливо про неї ніхто не говорить, тим не менш, можливо, хтось нас подивиться і задумається про роботу. Дуже багато людей змінюють роботу от саме після новорічних свят. Ну, наскільки я чую, так? Можливо, я помиляюсь. Чому саме так? Чому саме так відбувається? Що відбувається в голові у людини, яка от відгуляла новорічні свята, все, я змінюю роботу? Ну, по моей статистике, все-таки люди больше меняют работу к концу, вот где-то к маю, и летом пытаются отдохнуть по максимуму, и с сентября войти в какой-то новый коллектив. Но для тех, у кого другие циклы, это про то, что каждый год, когда мы его заканчиваем, мы подводим итоги. Мы подводим итоги часто два раза в жизни. Но перед своим днем рождения, и у многих начинается такая депрессия, иногда месячная или двухнедельная, перед днем рождения о том, что я сделал за этот год, я на год старше становлюсь. И обязательно я подвожу итоги перед Новым годом, и об этом говорит все пространство, об этом говорят СМИ, говорят люди, мы пишем в соцсетях какие-то свои выводы. И, естественно, чтобы где-то я огорчен, где-то что-то не реализовалось, где-то я разочарован, чтобы выйти из этого, пишу планы на будущий год. Даже если я не разочарован,
то уже всем известно, что планы нужно писать, нужно мечтать, нужно говорить. И, конечно, когда мы в 12 часов пили шампанское, мы загадывали над этим напитком или над водой, или над чем-то, да, кто что пил, загадывали те желания, что мы хотим, чтобы реализовалось. И тогда мы думаем о том, что впереди целый год, что я хочу сделать. И я ощущаю то, что я могу перейти на новый уровень, заняться тем, что мне теперь интересно. Если я правильно отдохнул, то у меня на это есть силы. Клас. Тобто, ну, все ж таки, змінювати роботу або змінювати своє життя потрібно тільки тоді, коли ти готовий до цього або готова, ну, зробити цей крок. К сожалению, большинство людей меняют свою жизнь не когда он готов, а когда наоборот в стадии кризиса, когда я больше так не могу, и это уже та точка, при которой уже я или развалюсь, или умру, или все-таки я куда-то выйду. Да. Да, да, да. Конечно, лучше это делать, когда много сил, потому что тогда у меня много возможностей, тогда у меня есть варианты. Потому что всегда, если у меня только один выход и один выбор, это тупик, я в тупике. И тупик — это всегда про депрессию, про какую-то грусть, печаль. Если у меня два варианта, или я разваливаюсь, или меняю работу, то я в кризисе внутреннем. И тогда и то не самый лучший для меня выбор. Я выбираю все-таки, ну, как-то, что мне лучше, что мне более экологично, но я недоволен своим выбором. И идеально, когда передо мной минимум 7 вариантов. И тогда я могу их рассмотреть, могу понять их плюсы и минусы, и выбрать тот, который на сегодняшний день для меня самый лучший, самый легкий, самый интересный, ну и так далее, те эмоции, которые меня вдохновляют, чтобы его выбрать. Поэтому, да, конечно, лучше. Нужно понимать, что на сегодняшний день мир изменился, и мы меняем профессию каждые 1,5 года, где-то так. Если раньше это было каждые 7 лет, то сейчас норма каждые 1,5 года. Если раньше, когда брали людей, проходил человек собеседование, видели, что он там раз в год меняет работу, его неохотно брали, потому что думали, ну что, он все время в поиске, что-то ищет, я потеряю сотрудника. Сейчас это норма. Человек быстро адаптируется, учится чему-то новому, дает какой-то результат, он растет, он развивается, он вкладывает деньги в свое развитие, он читает литературу, и он движется, он смотрит. Ну и мир бизнеса изменился. Мы каждые 1,5 года быстрее приходят какие-то такие инновации, такой технический прогресс, что это необходимость на сегодняшний день меняться. И есть такое понятие, что свобода – это уровень выдерживания изменений. Чем выше мой уровень выдержать изменения, которые происходят во внешнем мире и в моем внутреннем, тем я свободнее. Ну, те саме стосується, я зараз слухаю, те саме стосується і новорічних свят. Це ж все ж таки якісь зміни. Тобто ми працюємо кінець року, всі напружені, всі бігають, там вишукують подарунки, вибивають собі премії на роботі. І тут раз все міняється, тому що запалюються вогні, відкривається шампанське, олів'є, холодець, рідні люди. І тут теж треба мати якусь силу і свободу для того, щоб це пережити, цю оці зміни, ейфорію. Відбувається якась ейфорія, да, всередині людини? Да, несмотря на то, что в декабре была теплая погода, да, и это было точно не про Новый год, но всегда в декабре закручивается пространство, всегда процессы ускоряются, люди пытаются рассчитаться с долгами, люди пытаются закрыть все вопросы, как будто первое число не случится. И мы знаем, что это самый продуктивный месяц на работе, самые высокие планы устанавливаются персоналу, и при том, что год короче. И да, конечно, когда мы вдруг входим на этом энтузиазме, уставшие, но на энтузиазме в праздник, это что-то яркое, это что-то фееричное. И потом вдруг жизнь продолжилась. Тишина, затишье, улицы пустые, никто не ходит, а мне надо на работу. И это про то, что как будто где-то даже, ну, непонятно, где-то скучно, такая какая-то перестройка для человека, это в человеческой жизни, это всего 3 дня прошло, а окажется, что вообще все с чистого листа. Но это про то, что если я что-то придумал, какие-то написал планы, то я иду их спокойно с чистого листа, уже в состоянии спокойствия реализовывать, а не на каком-то драйве, энтузиазме. Ну, от що психологи говорять про те, що, ну, то що Новий рік? Новий рік можна собі зробити будь-коли, хоч з 31 грудня на 1 січня, хоч з 5 травня на 7 травня. Чи все ж таки є якась магія і це важливо? Коли?
Магия есть, и это очень важно, потому что мы все сотканы из традиций. Мы все корнями уходим и принадлежим нашей стране, нашей нации, кто кому принадлежит. Мы принадлежим нашим предкам, и нам это культивировалось. Это про нашу где-то сентиментальность, где-то так про базовые наши установки, про защищенность, про мою принадлежность чему-то большему, про лояльность к этому большему. И, конечно, когда с одной стороны я подключаюсь к полям других людей, все в эйфории, или все в празднике, или все расслаблены, и тогда в каком бы состоянии ни был, я стабилизируюсь, я подхватываю, срабатывает коллективное бессознательное. Но с другой стороны, Новый год – это такой самый яркий праздник, самый традиционный, в котором много традиций, много суеверий, много того, где мы становимся снова детьми, мы верим в чудо. И это чудо случается, потому что сила нашей мысли и веры, она определяет нашу реальность. Я вам дуже дякую за те, що ви до нас прийшли, за те, що ви знайшли час для нас в ці святкові дні. Як правильно сказала пані Діана, якщо вірити в чудо, воно обов'язково буде. Тому продовжуйте вірити в дива, продовжуйте святкувати, залишатися з телеканалом відкритим. І пам'ятайте, що новорічні свята бувають не тільки в грудні та січні, вони бувають у вашій душі, коли ви цього захочете. Оновлюйтесь щоразу, радійте щоразу, як діти, і виходьте з гарним настроєм на роботу, тому що крім вас, вашу роботу ніхто не зробить. В студії була Наталія Гейман. Не перемикайте канал відкритий. Побачимося дуже скоро. Дякую.